Так, продолжаем вращение огня. Лево. Центр, право, все. Хорошо, да? Раз, раз. Все, запишили. Сейчас чуть-чуть. Фу, да, приходи в себя. Кстати. Процедура для конкретных мышц. О, чувствую, что там прогрев идет, да? Но внутри это не все. Внутри у нас под пленочкой. О, видите, пропотение пошло, да? Там черные исакские грязи. Видите, они впитываются гораздо лучше, потому что поры открываются. А мы продолжаем. Так, все, пришел сюда. Чуть-чуть еще добавим. Если иметь волосы, конечно, бережем. Волосы тут ни при чем. Вот, а самое главное, вот эти места. Так. Пока терпится, да? Я максимально стараюсь вытерпеть. Горячо. В принципе, можно с ладонями потушить. Тушить с ладонями, делать так тогда. Опа. Все безопасно, под контролем. С эффектом сауны. А вы подписывайтесь, ждем вас. Hello, друзья, а сейчас на вкусненькое лечение огнем, огнетерапия. То есть вот по ходу движения воспаленных мышц, да, вот мы проработали эту зону спиртом, да, и в принципе вот симметрично идет локальная работа, да, будем прогревать. Это все делается под контролем, безопасно, как скажут, что где-то горячо, я сразу потушу. Так, вам видно, да, костерок? Кайф. Кайф, да? Как сауна, все прогревается, жиры тают, мышцы размягчаются. Идет процесс лечения. Огнетерапия. Горячо.